В Чехии участки для голосования на выборах в Европарламент открылись в пятницу в 14 часов по местному времени. Отдать свой голос можно до 22 вечера. В субботу участки снова откроются в 8 утра и проработают до 14 часов. Já se účastním každých voleb a myslím si, že je to prostě důležité vyjádřit svůj názor, i to jsou jakékoliv volby. Граждане Чешской Республики выбирают из 30 партий и коалиций. 674 кандидата претендуют на 21 место в Европарламенте. Это важно, но думаю, что главное, что это будут выборы, которые будут о политике в Чешской Республике. Президент Петр Павел проголосовал одним из первых. Чешская Республика в пятый раз принимает участие в выборах в Европарламент. No, především by měla reagovat na potřeby lidí, protože ne vždycky mají občané v evropských státech pocit, že Brusel mluví za ně. A i proto je důležité, aby tam volili lidi, kteří budou mluvit za ně. Чешский президент отметил, что Евросоюз должен реагировать на нужды людей, поскольку граждане не всегда чувствуют, что Брюссель говорит от их имени. Официальные результаты выборов будут объявлены в воскресенье вечером по окончании голосования во всех странах-членах.